Ребятки, всем привет! Вы, как всегда, на канале «Пиратская жизнь». Ну что, у нас сейчас будет очень вкусный мукбанг. А, налили мы наш знаменитый харчо, который мы приготовили. Очень типа вкусный. Харчо. Да, типа харчо. Типа грузинский харчо. Он очень густой, наваристый. Еще, смотрите, сейчас прогуляли, зашли, купили вот такую вот кинзу. Кинза вообще золотая. Просто прям вообще она золотая. Она 1000 рублей стоит, девчонки. Это просто шок. Килограмм. Да. Килограмм, да. Сейчас вот порезали, можно так вот по ложечке, тут кинзы свеженькой. Чего? Будто за, блин, пучок 1000 рублей. Не, ну серьезно, она дорогая вообще за килограмм, но мне кажется, конечно, она дорого. Она всегда была дорогая. Она всегда была дорогая, но сейчас, конечно, вот побольше себе, поменьше. Вот, все, у нас будет очень вкусно и приятно. А это мы потом бросим остатки в суп. Вот, так что у нас все с кинзой, все по правилам, все как надо. Попробуем. Рис, кстати, у нас разбух. Должен вот. Но я думаю... Ах, вкусный аромат, шикарный. У нас еще вот такие булочки чесночные. Сейчас зашли в магазин, прям на Вовану сидела, ругалась. Потому что прям вот пришел сосисочки, там колбасочка, туда-сюда. Когда у нас все это дело есть дома. Все есть. Ну, так нет. Скажи, что есть. Ну так я тебе уже сказала, ты не веришь. Ты не веришь, что у нас все это есть. Вот у нас сок. Сок. Всем приятного аппетита. Кисленькие. Так, ну что, попробуем, что тут Вован наварганил. Что за суп такой у нас? Вкусный, приятный. Потому что на улице погода вообще ужасная. Там туман. Угу. Там туман. Плюс. Плюс один. Угу. Жарко, не знаешь даже, как одеваться. Вкусно. Получилось не так остро, как бы хотел сделать Вован, но мне вот самое то. Классно чувствуется хмели суннели. Суннели. Мели суннели. Так и не хотел их добавлять. Нет, ой, я не люблю их. Ты и зиру не любишь. Вот зиру не люблю. Хотя раньше кричала, что любишь. В плове. Да. Смотрите, какой мы помело купили. Огромный. Ну, покажи. В какой-то веке, прикиньте, мы по магазину ходим, я такая, смотрю, девушка помело взяла. Я такая, о, помело, смотрите, какой здоровый. Это у нас костариканский, Коста-Рика привезли. Там были помело с этим... из Израиля, но они нам не очень понравились. Они какие-то сухие, маленькие и стоят вообще там под 300 рублей. А вот это с Коста-Рики привезли 129. Вот. Но это еще самое маленькое. Да, это реально еще самое маленькое. Там были в 2 раза больше. Вот оно 2 килограмма. Вкусно? Взяла большое. Ну, куда ты его съешь? Ты его съешь? Ну, понадкусно. Это прямо вот такое было. Пытались. Но оно такое, знаешь, больше, мне кажется, кожа была. Написано, кстати, хани помело. То есть сахарный помело. Медовый. Медовый. Сахарный. Еще вот не удержали, взяли окра. Они похожи на китайские. У них эта кожа такая толстая. Да, да. По сути, он маленький. Да, он по сути маленький. Он сочный. Но они очень сочные такие, знаете, и вкусные. Мы любители. Но, по-моему, самый вкусный, который мы ели, это на острове Саммит. Помнишь? Ну, вот там такой же развесной был. Хани. Медовое. Винный сорт такой. Угу. Слушай, мясо хорошо провалилось. А из Израиля они зеленый сорт. Угу. И какие-то, да, немножко сухие. Слушайте, сейчас гуляли. На улице дофига полиции. Просто ОМОН, полиция, машины стоят. Вот с девочкой поговорили, которая кофе делает. Он говорит, спрашиваю, вас там это сегодня не задело? Он говорит, нет, слава богу, не задело, потому что там, где стоит машинка, там, оказывается, ОМОН прятался. На стадионе, говорит. Я не боялась, у меня тут полстадиона ОМОНа. Все хорошо. А так полазили по социальным сетям, конечно, во многих городах сегодня. Беспорядки были. Митинги. Угу.
Сейчас после спора уходили. Какая-то молодежь стоит. Что-то там рамсили. Я боялась, драка будет. Нет. Вроде проорались, прокричались. Ну, явно пьяный. Эх, молодежь. Чувствую себя не так. Бабка старый. Mm-hmm. Эх, молодежь. Вот в наше время, в наше. Мне сразу вспоминается мультик про... Кого? Муравья. Mm-hmm. Виктор пытался до дома добраться. Да? Там как раз майский жук вылез из-под земли, на блин, него влез. Mm-hmm. Он говорит, ну, слази, типа. И чё? Он ему типа укушу. Он эх, помню, молодёжь. Помню. Эх, молодёжь, да. Слушай, ну таким супом прям, как и первый, и второй можно наесться. В Грузии любят покушать. Он такой насыщенный. Ну, конечно, кинза здесь, она просто прям вот, она обязана здесь быть. А она и должна быть. Здесь еще должен быть корень сельдерея и грецкий орех. Грецкий орех я так не поняла, зачем он был. Как ты объяснишь? Когда добавляешь хмель из сунеля с грецким орехом, такой вкус такой пряный такой идет. Угу. Ну, он настоялся хороший вкус. Там грецких орехов-то идет. 50 грамм. Там, кстати, еще багет черный с чесноком. Будешь? Будешь. Да? Будешь. Он, кстати, уже порезанный даже. Не смогла удержаться. Багет черный с чесноком. Вот а что-то про меня. Только что сначала. Про сосисочку, то все. А сама багетик. Ну, я по чесночку отрываюсь. А ты по багетикам. Еще не могу открыть его. А я по сосисочкам. Да, мы с тобой это рабы. Мы не рабы, рабы не мы. Да. Ой, да многие люди так, знаете. Знаете, сейчас вот жизнь иногда настолько скучная, что уже как-то развлекаешься, хоть пожрать. Что-то я не могу открыть. Разучилась? Да тут она как-то вот, она должна отрываться по центру и вот так вот раз и все. Да. Так вот у меня. А вот, раз и все. Вот видишь, все. Главное проговорить в голове. Как надо открывать. А то что-то еще какая-то вся заторможенная. Да. Сонная. Сонная муха. Муха. Аромат. Аромат по рыжу. Так. О, а, не, он вот не до конца дорезанный. Придется ломать. Так, да, рис. Я просто не подготовил. О, он даже внутри еще, смотри. Он, оказывается, его прорезали, чтобы внутрь положить чеснок, смотрите. Ой, какая прелесть. Можно я прямо от него буду откусывать? Эх. Тыдыщ. О, видите, как тыдыщ. То есть его специально прорезали, чтобы внутрь заложить чеснок. Классно. Ладно, пока парочку хватит. Там еще. Вкусно. Вкусно! Вкусно, ребята! Вкусно-то! Фанат чеснока. Я просто меня хлебом не корми. Да и чесноком. Кстати, сварилось достаточно быстро. Суп. Да не быстро. Тут главное, я так поняла, сделать бульон. Вот. Остальное почти готово. Потом настоялся, все. Надо было рис чуть поменьше. Хотя оно очень вкусное получилось.
Ну, такой густой суп. Я бы сказал. По-настоящему-то, если. Угу. Ну, такой, знаешь, пряно острый. Знаешь, как это? Чеснок. Вкус у него. Хоть и хмель с нуля добавил, как бы, немножко больше, чем обычно. Раз нету грецких орехов. Ну, ты хотел он сейчас этот взять. Кешью мою хотел взять. Пристроить кешью. Это не тот вкус. Грецкий. Ну, доедай, доедай морковку. Просто вся фишка в том, что придел. Mm-hmm. Я придумал. Почему не стал брать орешков? Mm-hmm. Мне кажется, надо было делать, что когда... Мне аджику, когда делают, добавляют орехи. У нас экономия. Измельченные грецкие орехи в аджику. Ну, вот купи, кстати, салфетки. Это было. Я решил добавить просто это аджику. Мне кажется, вот это вот то, что зеленое, ее реально можно использовать. Там же, по сути, как это, травки. С перцем, с маслом и солью. А там масло как раз. Это используется грецкий орех. Я тебе когда жил один, он постоянно укроп, знаешь, это заготавливал. Он тупо его резал, набивал в банку и солью его перемешивал. Он-то у него стоял, и какой-нибудь раз там приготовить, раз кинул, и все. И солить не надо, да? Угу. Ставь сразу зелень, и все. Не, у меня просто замораживает отец, все. Угу. Знаешь, что мы купили? Надо было купить горошек. Забыли. Можно было бы сделать винегрет. Потом. Все потом. Угу. Блин, тихуша. Суп очень вкусный. Мы вчера просто взяли мясо и думали, что с ним приготовить. Харчо. Не, мы шли по магазину. Угу. Подошли к делу, где мясо. Там Максим. Мясо свежее как раз, только там как раз в этот день привозят в пятницу. Угу. Вот. Там прям лежит такая коточка. Такая сахарная коточка. Сахарная, да. И вокруг нее еще много мяса. И цена 300 рублей. Да. Думаю, так надо брать. Ну, взяли просто ее. Угу. На суп. А на какой суп? А потом решили. Я сначала предложила щи. Вот если бы мы раньше решили бы харчо, тогда бы купили и орехов бы, и корень сельдерея. Сельдерея. Да. Все, давай, ты дай. Я. Благо дома хмель-сунели есть. Да у нас дома всегда специи есть. Хмель-сунели у нас так много. Это думаешь, откуда? Мы тогда что-то, по-моему, хотели готовить. Нет. Мы готовили. А чем мы готовили? Соус. А. Грузинский. Точно, точно. И сливы. Угу. Мы тогда, помню, очень много накупили. Называется такие мали. Такие мали, да. Там как раз идет это много-много кинзы. Угу. И как раз вот хмель сунели. Мы тогда ходили всю кинзу это пили летом. Здесь у нас в округе все, что было. Я помню. У блина армян купили это все, что было там, это кинза. Угу. Тут еще мужик какой-то стоял тоже. В спар, по-моему, тоже ходил. Да, в спаре, по-моему, тогда не было. В спаре тогда не было. Вот. Мы скупили вот все у них. Угу. Вот. Причем свежее. Да, едай. Вкусно и приятно. Mm-hmm. Нам тогда, это помнишь, он на 70 рублей что-то, такой пучок, что ли, блин, это отдал кинзы. Mm-hmm. Не, ну, кстати, у них дешевле получается все-таки покупать вот эти вот специи, да. Кинзу в свежем виде, да. Прям делай себе тюбетику, с чесночком. Кто буду, то не буду, ну тебя. Потом съем. Потом съем. А, у тебя ночи-то длинные. Он-то выспался, он-то сейчас будет всякие маски смотреть, он под помело.
Да, знаю я тебя. Иди на тут, в мешке. Такая вот спать будет. Через полчаса. Да. Что-то я устала сегодня. Знаете, что у меня даже... Вот на завтра я не знаю, чем заняться завтра, не знаю. Погода какая дурацкая, меняется. Тебе нужно было это... Не сырный раф брать, а этот... Американо. Ага. А у меня все равно не успел. Ну, хотя, знаешь, я погуляла, у меня болела голова, а сейчас голова прошла. Я подышала, мне легче стало. А сейчас поела, мне это... Не подышала. Это у тебя кофе. Ну, фиг знает. Не, я когда уходила, у меня голова болела. Сейчас хорошо. У тебя это... Села батарейка. Ой-ой-ой-ой. А, не, вкусный суп. Правильно, вот у меня отец говорил, суп всему голова. Вот, можно его есть и на ужин, и на обед, и на... Он, наверное, даже на завтраке. А мог 3 раза в день. Вот так. Скорее бы лето. Ну, чувствую, мы не успеем никуда поехать в зимний сезон. Там все, ничего нет. Все с твоими болячками. Ой. Там только Турцию предлагают. Больше а сейчас Турцию-то нет. А, не, вру. Кипр есть. На 5 дней. Ты что тебе говорил, дорого? 66 тысяч. 68. На 5 дней. Это прям как-то дофига для Кипра-то. Тем более на 5 дней. Но это еще не все. Там еще плюс надо сдать здесь на коронавирус. Там сдать. Что у тебя нет. И еще там сдать. А там сдать это $5. Вру. 5 евро. Там же еврозона. А что ты дешево 5 евро? Чего? Ни хрена себе дешево. 5 евро. Евро, да. С тебя 5, с меня 5. 450 рублей. Ну, что, нормально. Как мы экспресс-тест на тела в магазине увидели. А точнее не в магазине, в аптеке. Экспресс-тест. Какая-то фигня. Это, на знаешь, антитела. Это прям, за это как бы это, вот мы пошутили с родственниками, были у нас... Это как это? Тест на беременность, да? Две полосочки. Интересно, куда этот тест нужно? Антитела. Куда этот тест нужно опускать? На антитела. Вообще на антитела это кровь. Ну, вот непонятно. А как его, эта кровь? Какие там, мазок? В вену, что ли, втыкаешь? Не, мне кажется, лизнуть там, не знаю, что. Ну, знаешь, если там моча... Слюней нет антител. Антитела находятся в крови. Мне вот кажется, и я удивилась, это почему тест, стоит. Это как типа мазок. Его рот глубоко из носа, там это ватную палочку. А потом типа в раствор. А потом такая же. И по цвету. Нет, такая же вот это нам, когда брали мазок, это больница, там-то она тоже это одевала вот такую, как мы палочку видели, да, в аптеке, и в рот там. Да не, ну понимаешь, ты когда сдаешь, ты, тебе сразу говорят, во-первых, есть ли они, и их количество. Вот. А тут тебе просто скажут, положительно или не положить, беременный ты или не беременный. Там же не скажешь тебе, сколько тел, антител у тебя и каких. Это да. Они же разные есть. Не, я не верю во всю эту вот трихомудину, уж лучше сходить в больницу и сдать нормально. Вот так вот. Можешь идти. Да. Ладно, мои хорошие, любим всех, целую, кстати, да, надо сходить. Любим всех, целуем, до завтра всем, пойдем сейчас высыпаться, вон, может быть, посидим еще, потупим какую-нибудь эту передачку под Памелу и будем спать. Что-то я сегодня не выспалась. Люблю всех, целую, всем спасибо, всем пока. До встречи.